Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо наш ефір і одразу після мандрівні, як і обіцяли, ми вже зустріли нашого гостя. Давайте знайомитися. Вся справа в тому, що унікальний конкурс для, ну, просто справжня культурна подія року. Можна навіть так номінувати цей чудовий вокальний конкурс «Viva la Voce». «Viva la Voce», так? «Voce», ну, мається на увазі з італійської, якщо «Viva la Voce», якщо так взяти із трішечки білінгвізму додати італійсько-англійської, але так чи інакше, шановні пані та панове, сьогодні у нас у студії голова журі цього конкурсу. Зустрічайте, це Євген Григорієв, голова журі другого міжнародного конкурсу вокальної диригентської хорової майстерності «Viva la Voce». І у нас, між іншим, є іще одна добра нагода прийти на російську мову, тим паче, що він з Білгородщини до нас приїхав і є народним артистом Російської Федерації. Доброго вам ранку, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, мы хотим поблагодарить вас, что вы приехали сегодня к нам в студию с самого утра. И, конечно же, хочется расспросить больше и про вашу деятельность, и про конкурс, и про то, как вы смотрите на творчество, которое вот представлено на конкурсе. Вчера было открытие. Это была жеребьевочка. Жеребьевка. Конкурса, выступление членов жюри, выступление молодых, бывших лауреатов этого конкурса, первого конкурса. Так что было очень интересно. Вот очень интересный момент. Вы вчера увидели выступление лауреатов все-таки того конкурса, который был год назад. Вы впервые возглавляете жюри в этом конкурсе. В этом конкурсе, да. В этом году вы впервые стали главой жюри. Что касается тех лауреатов, которые выступили перед вами вчера, вы бы присудили им какие-то места уже? Начинайте оценивать уже вокалистов, начинайте ли оценивать уже хоры? Я вам скажу так, что то, что уже присуждено, то присуждено. И это решение прошлого жюри того конкурса, и поэтому это я оспаривать это никак не буду. А для себя? Ну, конечно, естественно. Дело в том, что я его слушал частично, потому что я сам вчера пел. Заключение. И для этого мне надо было просто элементарно подготовиться, настроиться. И поэтому я слушал в основном ребят из-за кулис, потому что у меня самого был выход. Конечно, очень приятное такое впечатление осталось. Приятные голоса, приятные гости были у нас из Большого театра и из Донецкого театра. Все вчера пели. В общем, был вчера торжество певческого искусства. Но сегодня также будет продолжаться торжество. Почему? Потому что сегодня основная часть конкурса. Не, ну сегодня соревнования будут. И соревнования. А что вы ожидаете увидеть и кого мы увидим по территориальной представительности? Ну, это будут представители, конечно же, Украины, представители России, представители Белоруссии. А в процентном соотношении сколько, так вот, если сравнивать россиян, украинцев? Ну, больше, конечно, хозяев конкурса. Потом, по-моему, идут россияне и белорусы. Каким образом все-таки вы возглавляете жюри украинского конкурса, всеукраинского конкурса, где, конечно, есть представители России, Беларуси, но все-таки это ведь все равно другая страна, другая, возможно, школа. Или школа полностью соответствует тому? Вы знаете, вы имеете в виду школу вокальную? Конечно. Школа бывает одна, правильная школа, понимаете? Поэтому ее не бывает там украинская или там русская. Или... Принято считать, что есть одна школа, правильно, итальянская школа пения, если говорить о вокале академическом. Вот. И все стремятся к одной школе пения, к итальянской. Но она является уже по миру признана правильной школой пения, то есть бельканто. Это прекрасное пение в переводе. Ну, мы знаем, что вы 5 лет назад работали у нас в Луганске. Пять лет назад? Нет, я работал. А, 5 лет я работал на конкурсе назад. Это была «Молодая гвардия». Это было чуть больше. Это проводилось в драматическом театре конкурс. Вы у нас были, получается, уже в Луганске, вы увидели и наши достопримечательности, увидели доброжелательность наших людей, гостеприимность. Как вас встретили в этот раз и насколько улыбнулся вам наш город этой весной? Город Луганск – это мой второй родной город, первый Баку. В Луганске я проработал 5 лет в филармонии государственной.
Это было, правда, не 5 лет назад, а было 20 лет назад. Тогда я был молодой, красивый, ну, креативный. Ну, ничего, время свое берет. Мои года, мои богатства. Не сбрасывайте себя со счетов. Вот. И если бы вы сидели ближе к Елене, вы бы это поняли. Да, я вас понимаю. Да. Так что люди как были гостеприимными, добрыми и родными мне уже. Но Луганск для меня это как родной город на Украине, поэтому мне всегда приятно здесь бывать. Евгений, что ждет нас в рамках конкурса сегодня? И в каких номинациях все-таки вы планируете, ну вот все-таки членов жюри много на самом деле, да? Планируете на самом деле уже сейчас вмешиваться серьезно в вердикт судейства полностью? Ну, вы знаете, это очень трудно сказать. Ну, как вмешиваться в вердикт? Нет, ну, вы суровый все-таки, вы такой серьезный. Нет, ради бога. Мне хочется... Вчера вот на пресс-конференции задавали вопросы там по поводу объективности. Хотелось бы быть, чтобы люди потом не сказали, что тот или иной член жюри был необъективен в суждении, особенно председатель. Я постараюсь быть предельно объективным выступлении молодых, потому что это судьба, это надежды молодых людей. Которые... Но вы говорите, что вы их не знаете. Нет, я не знаю, я их видел. Я вчера их увидел впервые на жеребьевке, больше я их не видел. Вот. До этого я их не видел. Но посмотрим, что они сегодня покажут. Сегодня первый тур соревнования. Первый тур, поэтому будем смотреть. Сегодня все покажутся в своей красе. А что будет завтра? А завтра будет второй тур, отборочный. Угу. И после него будет финал. И после него уже будут объявлены победители конкурса. По количеству сколько планируется отсеять между этими двумя турами? И так сколько, вам все и скажи. Сколько будет вот победителей? Вот раз. Конечно. Раз и скажи, сколько отсеять. Ну, я не знаю. Я думаю, что отсеяно будет чуть больше половины. Вот. Даже меньше половины. А чуть больше половины останутся на второй тур конкурса, кто пройдет. Сколько номинаций и сколько будет наград, за которые будут бороться все эти участники, которые приехали из трех стран? Давайте это оставим профессиональные наши тайны, вы потом это узнаете. Сколько а то, это? А то вы сразу будете все знать, будет неинтересно просто. Ну, первое, второе, третье место и дипломы дипломантов конкурса. Я так думаю. Это коллегиально решает жюри. Ну, знаете, по поводу объективности вы немножко опередили наш какой-то вопрос, до которого мы так готовили. Сейчас он выглядит, наверное, немножко бессмысленно, но не задать его тоже было бы с нашей стороны навряд ли правильным. Скажите, все-таки в подобного рода конкурсах, да, вы и сами принимали участие, Не раз. И бывало всякое. Всякое. И бывало, что заслуживали, и бывало, что вы в корне были не согласны с решением того жюри на том или ином конкурсе, не будем вдаваться в детали. Вот рецепт. Сейчас наверняка нас смотрят участники, некоторые из участников конкурса, тех вокалистов, которые будут выходить сегодня на сцену и в Академии, непосредственно представители Академии нашей местной культуры и искусств, они будут бороться. Когда все закончится? После, как вот этот период переживали вы, когда все закончилось и уже все свершилось, и результат, возможно, не порадовал. Как вы психологически восстанавливались после конкурса? Ну, знаете, все было. Были и победы, были и поражения, была и необъективность. Все это я, так сказать, пережил на себе это. Ну как, просто я больше углублялся в работу и продолжал работать дальше. То есть у человека всегда, особенно у исполнителя, есть пласты, которых он еще не касался, да, к примеру. Их надо освоить, и ими надо еще овладеть. Тем более в любой области, особенно в музыке, масса музыки, так сказать, не исполнены. И я просто забывал об этом и продолжал дальше работать. Это я говорю о себе. Ну, были, конечно, там со стороны женского пола и слезы, недовольство.
Вот почему не я, почему она? Ну как почему? Дело в том, что все равно, по объективности сказать, у каждого свои симпатии, у каждого свои предпочтения к молодым исполнителям. Одни ценят вокал, другие ценят артистизм. Третьи ценят внешность. Понимаете? Хорошо, когда есть совокупность всего. Но когда ее чего-то из этих элементов не хватает, начинаешь ценить что-то другое. Если нет голоса, начинаешь ценить драматическую сторону. Нет ни драматической, ни голос, но есть внешняя сторона. Начинаешь ценить внешнюю сторону. Так что. Настоящий ценитель сегодня был в гостях у программы «Подъем». Это председатель жюри конкурса вокально-хорового и дирижерского мастерства. Кстати, по поводу дирижеров отдельный, скажем так, вопрос, он должен прозвучать. И мне кажется, перед тем, как попрощаться, нужно и эту грань музыкального таланта осветить. Все-таки... Давайте начнем издалека, да, из более общего вопроса. Как вы оцениваете вообще работу дирижеров на нашем постсоветском пространстве? Она изменилась? Ну, как вам сказать? Все меняется в этой жизни. Конечно, то, что было раньше, сейчас немножко по-другому. Немножко пошла вперед западная система. Но я за дирижеров я говорить не буду, потому что я думаю, что целесообразнее будет спросить у них об этом. Я не хочу... говорить за дирижеров, потому что у нас очень и очень хорошие люди приехали. Я думаю, что они бы вас заинтересовали. И поговорили бы с дирижерами тоже. Дуже цікаво дізнатися, побачити їх і поговорити, звісно ж. Это можно и завтра сделать. Заманивайте меня на финал конкурса. Можно завтра сделать, тем более, что как раз завтра программа «Подъем» не выходит в эфир Первого регионального. И, в принципе, все. А знаете, чем привлекателен дирижер? Тем, что у него есть дирижерская дирижер-палочка. Вы знаете, к сожалению, время нашего прямого эфира уже заканчивается. Мне хочется, чтобы в конце нашей такого нашего откровенного разговора про все подробности этого конкурса, хочется, чтобы вы пожелали что-то участникам от себя, что им нужно сейчас сделать для того, чтобы именно на первом прослушивании показать класс. Да, действительно, они сейчас сидят. Во-первых, им надо быть самими собой. На сцене это очень ценится, потому что никому не подражать и выполнить на данном этапе среднего учебного образования вокального, выполнить все педагогические, так сказать, установки. То, что с ними делают педагоги, чтобы они помимо себя показали и педагогическую работу. Все, только і всього. Дякуємо нашому гостеві, шановні пані та панове. Дякуємо, звичайно, усім тим, хто братиме участь сьогодні вже у конкурсному дні, у першому турі конкурсу «Viva la Voce». Ми, шановні пані та панове, продовжуємо програму «Підйом». І зараз хотілося б усіх вас зорієнтувати на найголовніше, що є в нашому житті, на споживання. Реклама на першому регіональному.